friend, so guys, it's clear. Many good grandmaster play in the tournament. Такие девушки вежливые, okay. Дома. I hope you have a nice time. Так, у нас греческо-сербское сражение. Белыми играет греческий свидерлер. Баникас. No berserk anybody. I'm getting bored with berserk. Наш сербский ниндзя. И посмотрим, как себя чувствует у нас Бинони сегодня. Как поживает Александр Морозевич? Александр поживает прекрасно. Он уехал на турнир по бриджу. Скоро вернется. И как только вернется, так сразу будем планировать эфиры вместе с ним. Ну, буквально вчера он оставил для вас большой, приятный, я думаю, сюрприз. Записал хорошее такое, очень, мне кажется, содержательное видео. Я постараюсь его как раз за время турнира, пока Александр будет отсутствовать, постараюсь смонтировать, но не обещаю, потому что монтировать я не умею. Тот еще монтажер из меня. Но планирую научиться. Вот у меня одна из целей на 2021 год — научиться монтировать видео. Вот я себе поставила такую задачу. Посмотрим, сумею ли я с ней справиться. Интересно, конечно, какие цели у вас. Напишите, какие у вас есть. Ну, если не секретные какие-то мысли, чему, что бы вы хотели освоить, может быть, в этом году. У меня такая идея. Who cares? This is clear. The move, and I must decide if I will take this bishop or if I take F7. Let's see. Легко, причем. Ну, я против мата в глобальном смысле ничего не имею. Мне кажется, что иногда только таким, если это касается русского языка, словца не обойтись, но главное не злоупотреблять. Если это сказано вовремя, четко и по делу, то это, может быть, только обогащает нашу речь. И сам Пушкин, как вы знаете, очень трепетно относился именно к русскому мату. Ну, а если, конечно, использовать то сильное выражение без дела и без нужды, то они становятся просто некрасивыми. Так, что-то тут к Александру заехали со всех сторон. Вынужден отдавать ладью за два коня. Пешки Е4, Д5 выглядят очень страшно. Позиция мне чуть не нравится. Совсем не нравится позиция черных. Three points for the pieces, now I know, now I know, bishop here, now I know. I know this, now play like grandmaster, I could play like a pass. Своясь отправился, но зато ладья сейчас нетрусливо залезет на c7. И одна только радость у черных, что пешка пока на e5 никак не может двигаться, да, потому что если бы пешка удалось еще и на d5, ой, а вот сейчас она где-то уже и пойдет. Okay, so now it's here, we'll go there. А почему не сыграл? e5, мне кажется, e5 просто все. Но конь e5, ладья e5, король d6. Вот там две ладьи под боем были, да? Ладья c8. Ну, в общем, наверное, да. Наверное, может быть, и не проходил. Да. Ну, а если удалось заблокировать, то еще жить можно. Правда, недолго, наверное, потому что ладья на 8, слон на c8, ни одна фигура не ходит, какой-то просто цук-цванг. Это совсем печаль. Вот какие цели у нас ставят зрители. Давайте-ка посмотрим самые интересные. 2000 пробить в классику. 2020 сделать. А, за 2020 2400 на личес. А, he found the solution. За 2020 партий, я надеюсь, потому что год-то 2021. Видимо, за 2020 партий сделать 2400 на личес. Но для этого надо, чтобы понимать, насколько... К чем вам помочь, мне бы хорошо бы знать, какой у вас текущий рейтинг. Я тут что-то в последнее время проигрывала, но у меня было как раз примерно 2400, сейчас. I'm пока еще я тут с мышкой разбиралась с настройками. В общем, напроигрывала много. Да, но сдаться по-хорошему надо бы Александру, но он не сдается, потому что это блиц. No, this is not just clear of my opponent. Просто ходить некуда. Ходить некуда, сейчас еще пешка G пройдет ферзи. Сколько ходов еще тут Александр выдержит такой муки, я даже не знаю. I have around 10 points. Ну, ходов 5, наверное, еще получится, если сдастся. No, I will enjoy this, I will enjoy this. No, I'm enjoying. Не угадала. О, какое интересное есть. Thank you, my friend. Thank you for your support. My tickets, my farm. I need your good energy. The tournament is long and it's difficult.